А несколько десятков человек сегодня стали донорами. Мобильный пункт все утро работал на площади Ленина. За несколько часов медики получили больше 20 литров крови. Нужно, чтобы банк крови всегда постоянно был наполнен. Для этого нужны кадровые доноры. Соответственно, мы напоминаем людям о том, что нужно сдавать кровь каждые 2 месяца, стараться сдавать кровь, и приглашаем их на нашу акцию. Уже несколько лет подряд, с апреля по октябрь, мобильный донорский пункт ежемесячно работает в центре города. Для сдачи крови приглашают всех желающих, как доноров со стажем, так и новичков. Такие акции помогают быстро пополнить запасы. В следующий раз трейлер приедет на площадь Ленина 18 октября.